Вот так вот, вроде как ровно. Привет, народ. Поехали, что у нас сегодня? Место Каменское, Днепропетровская область. В общем, поглядим, что тут у нас. Записочка есть. И не врачебным почерком. Так, а печатными буковками. Добрый день. Нож имеет вертикальный и горизонтальный люфт. Клинок не по центру. При разборке показалось, что лайнер, в скобочках, пластина, кривой. И центральная ось не плотно прилегает к лайнеру. Есть микрозазор, в кавычках. И заточить. Давайте поглядим, что тут у нас. Крыс. Крыс, крыс, крыс. Клиночек, да, убежал чуть-чуть, но это, мне кажется, не проблема должна быть. Люфта я здесь не наблюдаю, нож абсолютно новый. А по поводу того, что клин не по центру, мне кажется, что можно еще чуть-чуть подтянуть, хотя нет. Ну, как бы, вот визуально все замечательно, видите, да? Прям я не пойму, что это такое с ним. Вот прям в упор не пойму. Ну, давайте разберемся, сейчас посмотрим. В общем, народ, я думаю, что сегодня будет коротенькое видео. Мне почему-то это кажется. Мы просто разберем, посмотрим, все ли в порядке с шайбами. В частности, меня интересует, на месте ли второпластовая шайба. Если не на месте, то все должно собраться прям вот, ну, и стать четенько-четенько на свои места. Клиночек зажат. Есть фиксатор резьбы. Все по науке прям, слушайте. Ну, не знаю я, в чем может быть причина, но ее мы сейчас найдем и обнаружим. О, прям тут тоже все затянуто. И без фиксатора. Ну, прям все по науке, все по грамоте. Все как должно быть. Раз. Есть. Дальше. Мне кажется, что если там все на месте, то надо просто... будет правильно собрать клиночек. Ну, то есть, вы понимаете, возможно, если мы добавим сейчас смазки и чуть-чуть сильнее затянем клиночек, возможно, смазки нет. То есть, усилие на клинке нормальное, но смазки недостаточно. Если мы добавим смазки чуть-чуть, то можно будет чуть-чуть сильнее поджать его. Видите, и здесь все по науке. То есть, здесь смазки достаточно. Все здесь. Тут кто-то что-то пытался, ну, видите, да, царапка какая-то. Что-то пытался то ли ковырять, то ли что, не знаю. В общем, сейчас поглядим. Шайбы на месте, шайбы ровные. Ну, нож новый. Шайбы не выжатые, смотрите. Все тютя в тюте, все прям красиво. Все прям красиво. Шайбочки второпластовые тоже не выжатые. Все идеально. То есть сейчас мы просто соберем нож правильно, и все будет. Все будет. Ага. Вот здесь вижу проблемку. Нет? Нет. И здесь даже проблема. Показалось, что на одну сторону шайба пережата. Поняли, да? Бывает такое, что шайбу бросают вниз, и она становится вот здесь вот. Понимаете, да? Вот здесь выточка есть. И она становится и выточкой на одну сторону, шайбу пережимает, и осевой, ну, так-сяк наперекосяк становится. Нет, все здесь нормально. С этой стороны давайте проверим осевой, как затянут, не затянут. Ну, перетяну чуть-чуть, конечно же. Вот здесь мы его чуть-чуть отпустим. Все. Чуть-чуть перетянут осевой был с одной стороны. То есть прям сильно натянут. Не нужно этого делать. Теперь, народ, все просто. Конечно, хэбэшечку бы. Не люблю я на такой грубой ветоши работать. То есть люблю такую, знаете, какую-то маечку там. Детские всякие пеленочки. Вот они мягенькие, и на них... прям вот эти процессы, ну, лучше, чем на спортивных толстых зимних. Так, раз, два, раз, два, раз, два. Все, здесь все сейчас будет, все сейчас станет идеально. Вот есть чуть-чуть здесь проблемка, то есть передавлена шайба чуть-чуть, видите, в одном месте. Как это случилось, я не знаю, но что-то было не так. Какая-то проблемка была, то есть вот та шайба нормальная, а это... видно, что прямо вот здесь, вот видите, да? Пожеванная такая, прям укушенная вроде как. Сейчас мы их
поменяем местами, и все будет идеально. Так, 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 так. Поехали. Собираем аккуратненько капелюшечку сюда. Давайте я посмотрю, что там у нас. Что там у нас, что там у нас? Вот так. Бывает, такие сообщения прилетают. Так, поехали, народ, собираем. Раз. Капелюшечку сюда. Два. Клиночек. Протираем. Капелюшечку сюда. Три. Клинок на место. Капелюшечку сюда. Оп, стоять, не падать. Шагу сюда. Капелюшечку сюда и шагу сюда. И вот теперь, когда везде у нас точно есть смазка, и мы уверены в ее качестве, то есть это хорошая смазка, она, видите, лишнее вытечет. То есть, когда мы соберем нож, лишнюю смазку выдавит. Тут ничего как бы страшного нет. Лишнюю смазочку у нас физика. Законы физики выдавят. И все будет прям... Все будет добро. То есть, видите, да, сейчас клин прижат прям с одной стороны к лайнеру. Но сейчас, когда мы его соберем, стянем, притянем, он чук-чук-чук-чук автоматически прям, ну, ему деваться некуда. То есть, все в нашем мире подчиняется законам физики, которые придуманы и организованы на этой планете Богом. Поэтому никуда не денешься. Никуда не денешься, все им подчиняются, народ. Поэтому просто нужно ими пользоваться правильно, и все. Слушайте, вот так, раз, раз. Когда ты знаешь, как они работают, ты просто ими правильно пользуешься. Раз. Есть, теперь осевой. Давайте сразу же мы его на фиксатор резьбы. Капельку сюда капнем. Разнесем. Там, кстати, внутри уже фиксатора достаточное количество. Поэтому с этим делом нужно быть осторожным, чтобы не переборщить. Так, 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 так. Раз, и поджимаем теперь. Чувствительно. Смотрим, раз, видите. Еще есть чуть-чуть куда. Чуть-чуть, буквально на полминутки поджимаем. И вот это то, что нам нужно, видите, да? Легонечко он складывается. То есть убираем лайнер, и он под собственным весом падает. При этом всем клин сам по себе выровнялся. Против физики он, ну, никуда не попрет. Все. На этом наша задача по механике выполнена. Осталось что сделать правильно? Точнуть ножичек. Так, 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 так. Опачки. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Для точнуть ножичек я уже одену очечи. Ну и мы это сделаем прям четенько, красивенько. Вы видите, да? Сам по себе он становится посерединке, никуда он не денется. Ну, здесь заточка, в принципе, заводская, чуть-чуть, конечно, есть коцки. Если честно, я бы, ну, если бы мой был нож, я бы даже не точил. Но так как человек попросил потащить, видите, да, вот здесь коцка есть, вот здесь залысина есть. То есть я бы его просто поправил бы его на мусатик, и этого было бы достаточно. То есть не трогал бы заводскую заточку, потому как нет в этом смысла. Ну, коль человек просит, то мы чуть-чуть ее поправим, потому что она все-таки кривая. Сейчас попытаюсь показать, не знаю, получится, не получится. Вот смотрите, вот в этом месте, видите, да, вот я луч буду гнать, солнышко, и вот он искажается. Вот в этом месте она, то есть...
Давайте сейчас попытаюсь показать. Как бы показать это? Вот так, наверное, показать это можно, да? Вот так у нас режущая кромка идет, и в одном месте она завалена. То есть она не ровная, вот ровная, а, поняли, уходит. То есть вот так, как пропеллер она идет. И вот здесь прям солнышко, если поймать, вот свет, видите, да, он криво, вот прям видно, что вот здесь изгиб происходит. Вот видите, я палец прям поставил на него. Вот здесь ровный кусочек, и потом дальше переход, и опять дальше ровный кусочек идет. Сейчас мы это все поправим. Так, поехали. Ну вот, собственно, и все. Теперь у нас, смотрите, ровная линия подвода. Вот начало до конца. Ровная линия подвода от начала. То есть вот теперь вот этот зайчик солнечный, я могу гонять, видите, да? Как его только поймать? От начала до конца, в общем, гонять его могу. И он ровный. Вот прям ровный. И с этой стороны точно такой же, видите. О, четко видно. Как-то в эту сторону, что ли, или как его поймать? Вот так как-то. Вот как-то сейчас было поймал и опять потерял. Короче, ровный с двух сторон у нас подводик. И, собственно, симметричный. Поэтому что мы делаем? Правильно, берем усатик. Ну и чуть-чуть я угол сбавил. То есть здесь был такой, знаете, слишком оптимистичный угол для УС-8. Прям слишком. Соответственно, замины очень быстро у человека появились. Просто там, не знаю, строгание спички. Потому что угол прям был, ну, прям чересчур для такой стали. Маленький. Мы его чуть-чуть увеличили на пару градусов. Все. Нет теперь у нас никакого люфта. Смотрите. Вот я убираю лайнер. Никакого люфта нет. И клиночек. То есть если мы его открываем, давайте. Раз. Легонечко. То есть я не киваю даже головой, просто убираю. Видите, да, он сам падает. Раз, два. Все. И здесь вот так вот все. То есть я могу... Сейчас попытаюсь... Хочу волос только, знаете, строгануть. В общем, вот так. Это я хотел только длиннее сделать, но, видимо, долго мы не будем сидеть, поэтому даже не знаю, на какой руке уже тут что-то осталось у меня, да? Вот здесь вот, да? Видите? Вот, без проблем абсолютно. Ножичек бреет. Клиночек по центру. Стираем отпечатки пальцев и все. На сегодня все, народ. Все четенько. То есть, вот, ну, как бы вот выводы какие. Что если нож с завода бескосячный, то также его правильно собрать. Смазку лишнюю выдавливают. Зазоры соблюдены. Видите, да? То есть мы открываем, он легко открывается и легко закрывается. Все. Видите, да? Четенько. При этом всем у нас все четко по центру. То есть физика, против нее никуда не попрешь. И все законы, все ножи, абсолютно все это физика, механика и ничего более. На сегодня все. Пока-пока. Увидимся.